В Тверской области уже плотно обосновалась зима. Уже больше недели держатся минусовые температуры. Установился постоянный снежный покров. В ближайшие дни синоптики ждут циклон. Какой будет погода в начале рабочей недели? По словам тверских синоптиков, погода в субботу и воскресенье особо не изменится. Температура останется отрицательной и в дневные, и в ночные часы. В понедельник ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду. Также осадки. Кроме того, сейчас идет процесс ледостава. Некоторые малые реки уже покрылись льдом. Тем не менее, синоптики предупреждают, что лед еще тонкий и выход на него опасен. Мы прогноз на установление устойчивого ледового покрытия даем очень рано, в начале октября. Прогноз у нас, мы считаем, оправдался, потому что мы устойчивое ледовое явление мы прогнозировали с 23 ноября по 3 декабря. Я думаю, что мы войдем в эти рамки.